Японская лапша соба готовится с использованием гречневой муки, чем и объясняется ее коричневый цвет и мягкий своеобразный оттенок вкуса. Такая лапша очень хороша в различных японских супах из мяса и птицы, а также в холодных салатах, овощных или мясных. Состав: мука пшеничная, мука гречневая, соль и вода. Пищевая ценность на 100 грамм продукта, белки 14,7 грамма, жиры 0,85 грамма и 70,5 грамм углеводов. Энергетическая ценность на 100 грамм 348 килокалорий. Страна-производитель Япония.